видная американская общественная деятельница, член ЦК Компартии Соединенных Штатов Америки Анжела Дэвис, приехавшая в Советский Союз, несколько дней гостила в Ленинграде. Смольный. Комната Владимира Ильича Ленина. В историческом актовом зале Смольного была провозглашена победа социалистической революции. Анжела Дэвис и ее спутники познакомились с городом на Неве, его архитектурными и историческими памятниками, посетили легендарный крейсер «Аврора». На пресс-конференции американская коммунистка поделилась с журналистами впечатлениями от поездки по Советскому Союзу, рассказала о своих планах общественного деятеля и ученого. Тепло встречали ленинградцы Анжелу Дэвис. Dear comrades, дорогие друзья, sister and brother workers. Многотысячный митинг трудящихся Кировского завода стал проявлением настоящего интернационализма советских людей. Пример советских людей, сказала Анжела Дэвис, воодушевляет американских коммунистов в борьбе за сплочение рабочего класса. Свое выступление Анжела Дэвис закончила здравицей в честь единства рабочего класса всего мира.